Если бы философия познавалась в библиотеках, то не было бы никакой философии. Если бы философии можно было научиться с помощью книг, то каждый второй был бы в наши дни философом. Раньше не было библиотек, но были философы. Сейчас существует множество библиотек, но в прямом смысле философов почти нет. Чтение – удел адептов. Раб мысли читает, этим он и ограничен. Но философ – это хозяин мысли. Последнее, конечно, не запрещают ему читать. Но только лишь читающий не сможет понять ни начал философии, ни ее сущности, ни ее содержания.